Всем привет. Давно не снимал блоги. Тут появился повод заснять свой день. Как он проходит именно сегодняшний 25-й число. Здесь от Ютуба вышло такое мероприятие «Жизнь за один день». Сегодня 25-е. Шанс принять участие в съемке исторического документального фильма. Просто запишите ролик о том, как проходит ваш день. Вот. Подобный ролик уже был 10 лет назад у них. Полтора часа идет фильм. Довольно-таки интересный, решил попробовать тоже. А вдруг? Вот, в общем, день начался. Правда, время уже 11. Встаю я обычно поздно, выходные, сегодня выходной. Вот. Вчера разбирал телефон, поменять экран нужно было на Самсунге. И в итоге порвал шлейф на кнопке. То есть теперь это все затянется немного дольше, чем я рассчитывал. Вот. В общем, но это я займусь, наверное, завтра или сегодня вечером. Немного о том, чем буду сегодня заниматься. Расскажу сейчас. Здесь вид из окна. Дом достраивается. Очередной. Из другого окна тоже вид неплохой. Здесь я плитку докладываю. Декоративную. Надеюсь, еще пару дней я доделаю. В общем, еще здесь вид со второго окна. С балкон такой. Он же мастерская. Я так понял, снимать можно либо себя, либо еще кого-то, но там нужно какие-то права получать, разрешение на съемку. Поэтому буду только себя снимать, стараться. Здесь вот вид из второго балкона такой более хороший, чем в том. Здесь вот деревья у нас. По ночам постоянно вороны собираются. Может быть, если сегодня буду дома, вечером засниму, как они тут каркают. Там у нас аэропорт, видно. И примерно в ту сторону я сейчас пойду к другу на день рождения. Правда, она уже прошла, но мы сегодня договорились встретиться. Нужно будет сейчас зайти в магазин, каких-нибудь ништяков купить по дороге с собой. И продолжим уже ближе тому времени, как я буду идти. Пока что на паузу. Так, продолжаем блог. Тут в ролике еще поднимается такой вопрос, о чем рассказывать как бы в своем блоге. Тут есть конкретные три вопроса, даже в этом году 4, в том году, точнее в тот раз был 3. Чем вы любите заниматься, чего вы боитесь, что бы вы хотели изменить в мире или в своей жизни, и что у вас в кармане. Ну, первый вопрос, чем вы любите заниматься? Ну, как видно, ковыряться во всяких телефонах, электронике, все, что с этим связано. Чего вы боитесь? Ну, думаю, как и многие, боюсь смерти, состариться и все, что в этом роде, или заболеть. Что бы вы хотели изменить в мире или в своей жизни? Ну, в мире я бы хотел изменить какое-нибудь такое понятие, как социальное неравенство, когда большая разница между бедными и богатыми, и что у вас в кармане. Маленько мир изменился. Раньше в кармане был либо телефон, либо кошелек с деньгами. Но сейчас это маска. Думаю, что сейчас все носят маску в кармане. Ну или где-то там недалеко. Потому что без нее сейчас, даже если захочешь, не пройдешь где хочешь.
Ну, правда, не везде ее носить надо, но как платок носовой, она должна быть в кармане на всякий случай. Ну и перчатки тоже сейчас. Но маска важнее. Так что маска. Сейчас собираемся и выходим. Поехали. На фоне камеры. Я люблю красиво. И она за этим следит, чтобы я ее любил. Вообще, в магазине я ничего купил, что хотел. Сейчас, может, еще с другом дойдем. У него там около дома магазин есть. Шумно. Из-за машины, из-за ветра. Я постараюсь говорить громче. В общем, почти дошел. Осталось минут 10 идти. Здесь у нас такой новый мост. Здесь железная дорога на юга, вправо. А вон там стадион. Выглядывает пончик. Не знаю только, что с ним теперь делать. Стоит пустой второй год. Если не третий. Не, второй год. В общем, такие поля здесь. Сейчас спустимся под мост и пойдем через поле. Частный сектор пока что. Может быть, когда-нибудь здесь будут многоэтажки. Так, продолжаем. Вот здесь у нас еще река Инсар, насколько я помню, называется. Под мостом протекает. А вон там новый микрорайон вокруг стадиона. Такой цветастый. Ну и магазин строительный. Вон тот самый стадион. Река, насколько я знаю, уже не особо чистая. Вон та тропинка, по которой пойдем. Почти дошли. Да, если вы не успели заметить, то почти на каждом столбе камера висит. И рупор. Стратегический объект на чемпионате здесь был, чтобы мост не заминировали. Реально посмотрел камеры на каждом столбе аж с двух сторон. Просто Орвилл во всей красе. Короче, мы пришли. Осталось чуть-чуть. Так, насколько я слышал, здесь хотят аквапарк делать. Но не знаю, когда это произойдет. Но думаю, в ближайшие лет 5 должны появиться. Эти водные горки. Но это не точно. Докупиться. Сейчас придет, да, что-то. Можете говорить. Климатикс. Какой-то климатикс. Дождь собирается. На, сумку забери. Положи. Дождик пока капает, пока шашлыки жарить не будем, чуть попозже. Такая у него комната интересная. Берлога. Даже голубь полетел.
Я завтра буду такое, что КМ-3 собирать. Дунку, дунку.